успел. Привет. Привет. Офигенно. Стробы. Да, красота. Нифига себе такой длины. Можно ведро пота с меня снять. Офигенно. А это сколько дюймов, как думаешь? 12. 12? Да. Самый высокий 12 дюймов. Это максимальный, да? Ага. Там можно вообще вплотную подойти. Ну там они стоят на расстоянии 200 метров от машины. Одна машина всего. Одна? Как ни странно, но. Смотри, падают осколки. Ага. Оп. Я по них на расстоянии 300 метров проходил. Даже больше. Опа. Так а ты бегал, вот только что бегал за кольцо ко мне туда? Нет, я сюда бежал. Это, наверное, китайские снаряды. Нет, это российские, такие замудренные. Как освещает офигенно. Это осветительное, да? Вообще, пиздец! Все поле. Круто. Там звезды, наверное, блин, по дюйму, если не больше. Как спалец, наверное. Офигенно. А чего этот треск такой? Да, микрозвезды какие-то, трещащие. Маточный конец. Я бы подальше стал, только вот ничего не будет обзор. Офигенчик. Я тут крутак. С мортиры когда выбивает, даже как-то больше волна, чем ну. Снаряд. Представь, 12 килограмм небо поднять. Да, конечно, офигенная. Можно потом завтра походить звездки пособирать. Не нет, это звезды вряд ли. Это осколки только. А вот, видишь? Это скорлупа, да? Это скорлупа. И звезды, возможно, недогоревшие. Так что, может и на нас сейчас прилететь. О, офигенно. Смотри. Ага. Осколки летят. Ёб твою мать! Нихуя себе! Бурачок.
там те, кто в оцеплении стоял, наверное, обосрались. Это запланировано, это не осечка. Ты думаешь? Да. Это специальные снаряды. Блин. Осветительная. Вообще офигеть. Вот такие надо ракеты клепать осветительные. Кстати, менты только через каждые 50 метров стоят. Вот так вот, почему? Я видел дома. Тоже есть. Вот тут. Да. Я тоже, кстати, сделал. Надо попробовать крупным планом взять. Слышишь, дочь? Только что здесь упал. Осколки падают. Ну, дочь из осколков. Там видно, как залпы. Можно поискать потом. Вообще офигенные цвета. Всех мастей. Добьет. Добивает, слышишь? Мини-снаряды на родину по два. Упал. Что с упал? О, не вот этот офигенный вообще. Такой, по-моему, 4000 российских стоит сейчас. 12 зубов. Кто всего продаст? Это сколько? 130 баксов? 4 на 300 умножаю, грубо говоря. Миллион с чем-то. Да, 130 баксов. Ух ты! Я бы так вечно сидел бы и смотрел. Блин, реально, как будто дождь идет. Давай. О, вот это офигенно. Блин, с конетами этими, конечно, супер. Прикольно. Оба-на! Не, по-моему, это просёры. Мне кажется, это не запланированное. Может быть, но вряд ли. Есть специальные снаряды такие. То есть они только вылетели с мортиры и сразу? Там вместо замедлителя клик стоит. Ну, помнишь, я разбирал на форуме. Не помню. Могу скинуть, только там китайский образец. Все? А, ну да, 10 минут, все.